День головного врача пройшов на Могильовщині. Базою для його проведення стала Шкловська центральна районна больниця. Спеціалістам медицинской установи є з чим поділитися з колегами. До того ж, у день главврача відбулося і довгочекане для Шклова відкриття відновленого відділення реанімації. Дні головного врача, забытые с советского часу, сегодня вырашили обновить. Мовляв, керовникам районных больниц обмярковывать надзённые медицинские темы лепше разом. На парадку дня якость працы урачебного корпусу. Стимулировать ей магчыма праз индивидуальную систему премирования. И у Раунилоки, коли кожный урач отрымливал свои 20% премии, быть не повинно. Покуль на распрацовку так званых индикаторов якости працы районные больницы идут марудно. И тут миновито шкловская модель, як ниякая иншая, может стать прикладом. Каждый из специалистов должен понимать, что премия – это дополнительный заработок того или иного врача. И сегодня он может распределяться, вполне просматривается до 500-700 тысяч, до миллиона разницы в заработной плате работнику, если это переводить на деньги. Система эта стала работать. Не стали тут чекать и будовництво особного корпуса под реанимационное отделение. Несколько палат переотворили у сучасную реанимацию. Тут 6 обсталеванных ложков для тяжких хворых, автономное энергозабеспечение, опранутое у новую кафлю, просторные и вельми функциональные покои. Все больные на виду. Ты видишь все 6 пациентов и все мониторы. Можете посидеть, посмотреть, что удобно. Когда было в 3 палатах, это надо было бегать. Бегаешь, и можно было что-то упустить. Ремонт провели хутко, усяго за 1,5 месяца. Як отзначають у управлінні охови здоров'я, у цілим по області вострих проблем з дійністю реанімації не засталося. Районные учреждения, они оснащены, но где-то лучше, где-то хуже, скажу так. Вот такое современное, как мы сегодня видим, ну, в большинстве районов. Значит, есть ряд регионов, которые еще немножко надо доработать. Такий обмін опытом станет традицией для медиков региона. Мовляв, вучиться не поздно, навіть коли ти – головний врач. Олеся Рыбалка, Александр Тарасов, «Новини регион».